Итак, товарищи, привет. У нас Two Point Hospital. Стрим 6, 19-26-16. Вот. На днях мы тут отвлеклись. Собственно, от Pathfinder отвлеклись, потому что у меня сгорел компьютер недели две назад. Переключились на Mass Effect. Ну, что-то как-то на работе после болезни я прихожу какой-то мега уставший, поэтому сегодня Two Point Hospital хотя бы на часа полтора. После я погуляю с собакой, а там решу, стоит ли сегодня продолжать и так далее. Продолжать что-либо. Вроде ничего вообще на работе особенного нет, но что устается как-то, видимо, от того, что давайте потише микрофон сделаю. Так, да, наверное. Так, продолжим. Дезинсекция. Дать пациенту диагноз животный магнетизм. Так, я говорил, что я кусты не буду ставить. Стежные кабинеты поднимает. Норм. Я, кстати, не помню, мне пока хватает вот этого или нет. Пока хватает. Ладно, репутация нормальная. Почему у меня игра такое ощущение, как будто... Это ты, ладно. Беспрекословно прими мою власть, и мы объединим наши силы. О, спасибо за хост. Пардон, вот это что ли? Почему... Не понял юмора. Я чё-то не до конца понимаю. У меня... Игра так не ездила. Да ты серьёзно? 70% шанс рот помойки умереть. Да, за угол зайди и помри там, да. Процедурная. Сейчас. Сколько стоит процедурная вообще?
Тикс растенится, да? Да. И что у нас еще? Нежность нам не обязательно поднимать. Пускай будет так. А кто нужен здесь, пардон? Младший медработник. $43,000? Уйдите вы в пень немножечко с такими. Вот товарищ процедурный хорошо работает. И низкооплачиваемый. Скорость станет 25%. Тупица, ну и пофигу. Стоп, это была женщина, господи Иисусе. Журнал. Окей, ладно. Так, надо. Ага, здесь относительно тепло. Ехала мышка. Вообще, я думаю, надо взять, наверное, Reddit. А мне к следующему разу понадобится уже... Тут по 3 миссии идет, но я не помню... Когда там кондиционеры понадобятся. Я так посмотрю, сколько миссий всего, и увидел, что они делятся на по 3 штуки, так скажем. 15 миссий. Все. Здесь розу можно поставить. Because I can. А этих же надо лечить. Психиатр у меня есть. Назади, а тяжелый ранний копчик, который перевешивает любые стремления к путешествиям. Причина возникновения — неудобная стулья. Мы направим пациента на лечение в нет, процедурный. Пардон, это вообще как сейчас? А, понял, окей. Тогда вот так. Да вы серьезно, что ли? Ну? Пусть не посередине, но и... Ну пофигу, на самом деле. Что-то я с этим уханулся немного. Откуда? Это я не подрасчитал.
Так, как вот это будем исправлять? Блин, что-то вообще жесть. Взять займ? Да, давайте займы возьмем. Вот этот. Эти товарищи повысят сейчас репутацию. До пятого. Какого уровня? Четвертого. Надо до пятого. Ладно. Сейчас. Сейчас все будет. Мне нужны предметы. Всякие сертификаты. Что еще можно-то там? Престижность кабинета, лампа, журнальный столик, доска для игры в дартс, развлекает, боксерская груша. Мат с леденцами. Престижность кабинета. Хочется верить, что это рисовали дети сотрудников. О, господи, да. Знаете, я как человек, который видел некоторые художества так называемых детей, мне жутковато. На своей работе. Хочу красивенько все сделать. Доги, вот пусть будет у фонтанчика. На стороне плюс 25, 25 крутосов. Отлично. Вот это бы уже переносить в другое здание. Только что здесь. Вот тоже интересно, вот как вот, вот это я вот куплю. Откуда вход будет? Отсюда, отсюда. Потому что я ожидал, что вход будет здесь. Можно, в принципе, вот сюда переместить все типа аптекарные. Потому что здесь точно. Пять из шести пациентов. Репу заработали, отлично. Можно построить кабинет учебного класса. По 8 вполне хватает. Скорости преподавания. Так. Раз. Они по 4000 стоят. Обалдеть. Ну вот плюс 20% считайте вот это. Что-то здесь было, мол...
давайте купим вон скелет пособия. Привлекательность больницы повышает. Хочу скелет. Анатомическая модель. Отлично. За 200 крутосов. Но все равно их 2000. Шкафчик декоративный. Ну, декоративный я потом приобрету. Большой кондиционер, большой мусорный бак. Можно еще вот это взять. Наверное, вот эти мусорные баки лучше, чем обычные. Я хочу перенести сюда все, но это потом, видимо, будет. Мне нужно несколько врачей, которые будут по обучению. Скорость преподавания, скорость освоения. Я, пожалуй, возьму тебя. Тебя. Там какой-то врач, по-моему, уходил на это. Блин, а он интерн. Он не может этому. У меня есть какой-то Анжела Дятел. Дезинсекция на 1000. Мегасканер? Что получится? Результат мегасканер. Плюс обучение исследования. Давайте дезинсекция, начать проект. Today's guide to good manners is one that is dear to my heart. How to greet one's betters. Well, I for one would prefer you to bow, even kneel if you're up to it. Make no eye contact unless encouraged to do so. Abomination. My first name is Sir. If all that is too much to remember, just don't greet me at all. Maintenance announcement. Plants need water. А вы к обычному врачу? Ты заменишь же, да? Да, пошел заменять. Молодец. Так оно и рассчитывалось. О, Винсент. Отлично. Иди работай. Где какая-то там Анжела? Ночная лихорадка. Психическое заболевание, также известно как синдром дискобола. Характерный симптом спонтанной свистопляски. Считается, что заболевание вызвано длительным контактом с дискошарами. Было такое уже, на самом деле. Я что-то просто забыл. Вот это реально обидно, что вот такая вот фигнюшка остается. Надо что-то с ней сделать. Вообще, можно всякие вот эти перенести сюда. Наверное, относительно... Не знаю. Дали фликбланки. Господи, что так жарко? Батарея вроде... Ага, пошел изучать, окей.
О, молодец, поливает кусты. Психиатрию посещут. У нас вообще отпадные кабинеты психиатрии. Вы смотрите, они с камином. С камином. Он санитар. У меня один санитар всего. Дайте лечение, чтобы вылечить кабинет дезинсекции. Вызывает мутирующие феромоны и или дешевый дезодорант. Животный магнетизм. А, выписать. Почему? Потому что он еще долго будет исследовать это. Этого ночная лихорадка не помогло. Что-то с этой стороны хочется тоже поделать. Выписать не, я не могу еще это делать. Чем она сюда пришла? Здесь пусто. Хорошо, да, вот этими коридоры большими батареями снабжать нужно. Врачей вроде... Блин. А не помню, чем лечится обесцвечение. А, по-моему, это кабинет. Да, давайте продадим кабинет. Это оставим пофигу. Цветотерапия. Это что-то типа... Мечка, и нужно здесь батарею. Диагноз животный магнетизм. Вот исследовать пока не... Это лицензия на рекламу еще. То есть эти кабинеты я точно буду переносить. И знаете, я еще что поставлю? Возможно, их будут в разные. Я на лежидкости вместо этого поставлю. My contract stipulates I must read the following ad copy. Buy Potsworth frozen peas. Potsworth frozen peas. Да пусть так будет. And by the following month, which is August, they are canned and ready to... Oh, I can't read this swill. Who wrote it? And how can you grow frozen peas?
And who freezes cans? Is it really necessary to tell everyone which month follows July? And this sentence construction, good grief. You treat them like farmyard animals. The whole thing is a disgrace to humanity. Honest, I can't do this anymore. You waste my time, you people. I've had enough. I'm going for a Chardonnay. Чего там было сейчас за... Вот так. На ксебукусе. Что ты делаешь? А, у него диагноз. Очень интересный. Ну, да, более-менее похвалили. Окей. Вообще, возможно, я передвину... кабинет отдыха вот сюда потом. Вообще здесь будет для персонала все. Если нету администраторов в очередь за... Администраторы сразу всех обслуживают. Алло. Что-то товарищ вообще... Ну, пока мне все хватает, мне только вот надо вот это вот изучить. А так пока все хватает, тут даже дополнительно пока покупать не стоит. Вон еще целых 4 этих. Ну, я вот сюда бы перенес вот эти кабинеты, всякие однолечебельные маленькие кабинетики сюда. Возможно. Выписать, оно и следуется. Некоторые сидят без работы. А те я моментально найду им работу. Прям моментально. Раз починить. Улучшить. Блин. Вот это уже надо. Что-то как-то много очереди-то в этот кабинет. Ну-ка. Чи. Hungry. Anxious. Lonely. Eat some cheesy gubbins. Cheesy gubbins. Cheesy gubbins. Nothing to lose. Интересно. This is Two Point Radio. Maintenance announcement. Ну нету. У меня. Исследуется этот кабинет дезинсекции. Один раз пригласи мне вспышкой сплина 7 на... Окей. Психиатром нету никого.
Мне не нравится, кстати, ну, реально. Возможно, сюда я буду переносить. Не сюда, а вот сюда мелкие комнаты. Потому что, чтобы они сразу шли сюда так и не подыхали по дороге. А то тоже бывает такое. У нас психолог. Психолог. Где психолог у нас? Крутосы можно, вау. Ко всем санитарам. Круто. Что придумали. Мимикрия. Была серость. Была. Повысить. Сквернастопия. Нет, вы товарищ первая. Извините, мы вас выпишем, пока у нас некуда. Как там, сколько займа еще выплачивают? 76 тысяч, офигеть. Ну тут сложненько уже, больничка. Надо было вот это здание покупать, не вот это. If you tuned in by mistake, you might as well stick around and listen. Save your change at the station. Ладно, сделаю палату сейчас. Сколько стоит? 50 тысяч? Где сделать палаты-то мне? 60 тысяч эти вообще участки. Обалдеть. Ну тогда я маленький куплю просто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Открыть все. Работодатель года я. Только. Всего лишь работодатель года. А чё так денег у меня? Процедурная. У меня процедурная есть? Да, у меня одна процедурная есть. А, я могу кабинетом имена менять. Чё-то у меня был пропуск кадров. Нет. Извините, нет. А вот это здание просто истыкано. Давайте здесь палату сделаем одну. Мы куда-нибудь перенесем.
сделан красивые кабинетики. Две ширмы обязательно. Вообще даже без вопросов. Your radio. Really, look at it. Томат с энергетиками давайте. Feel the weight in your hand. Open a window. Now, I want you to throw the radio out hard as you can, because music deserves to be free. Now go to your nearest radio repair shop. Ну, психиатрия почти всех вылечила. Probably didn't hear that. Началось. Требуется обучить персонал. Рано еще, рано. Знаете, у меня появилось такое не совсем ощущение, но... Кафетерий? Обалдеть, здесь будет кафетерий? Отношение к ценам 50%. Вот так. 10% наценку сделаем пока. Дорого у нас. Идите пока. Деньги как попёрли-то, а? Хочется... Ну, санитара ещё. Хоть и пишут, что и вот этого ещё одного надо. Процентов пока ничего страшного. Между прочим, дополнительных сотрудников сюда можно сажать хоть два. Два, три. Что здесь шесть тогда? Доходит аж до шести. Сразу займ выплатим, наверное. Успела Люсинда. Не хочу я пока лабораторию деконструктивизма строить. Ну, идите вот просто с этим. Джазовая рука. Just listen to music to play Sims by Volume 3.
a big hit back in the day for the background noise band. I heard they disbanded after the bassist got trapped in a corner by the поп-звезда Jasmine Odyssey планирует сервис встреч с поклонниками и поддержку фильма о ее суперпопулярном альбоме «Слюноотделение». Агенты певицы спрашивают, не хотим ли мы провести одну из этих встреч в нашей больнице. Если певица у нас понравится, репутация больницы улучшится. Кроме того, она может сделать пожертвование на наши нужды. Что скажете? Конечно. Отношение сотрудников? Конечно. Кстати, репутация от высоких цен, наверное, падает. У меня лучше сделан. Этот лучше сделан всего. Его и улучшим. Кабинета. Анатомический постер, плакат для проверки зрения. Что еще туда поставить-то можно? Ну-ка, предметы. Блин, он только наполовину заполненный. Привлекательность больницы. А почему весы декоративный предмет? Даже как-то обидно. Строение мозга. Блин, ну это вообще ничего. Как ты это? Стеллажи что-нибудь дают или только декорации? Развеивают скуку. Жопу стеллажи. Мне надо, чтобы повысить престижность этого кабинета. Хорошая новость. Филиал Министерства здравоохранения в округе Тупойнт выдал нам лицензию на маркетинг. Теперь мы можем проводить рекламные кампании, чтобы повысить репутацию больницы, привлечь больше пациентов и сотрудников. Строить рекламный отдел, найти администратора с квалификацией маркетинг. Либо обучить этой квалификации одного из своих администраторов для проведения рекламных кампаний. Вспышка просветит, а нет, к сожалению, требуется обучить персонал. Не сейчас, исследование дезинсекции. Дезинсекция.
Блин, это почти как операционная. Минимум 4 на 4, блин. 4 на 4. Мне нужен стул. Часы желательно. Сертификат на оборудование, который никто не сможет посмотреть. Ха-ха-ха. Или чуть не менее... Я пока сюда специально сую, иначе... Крупного заболевания заворот извилин. Жуткое, жестокое потрясение разуму. Да, это было уже. Переломная, господи, выписать. Вообще очень рано собака просит гулять. Кто здесь нужен? Младший медработник. Я сейчас перемещу палаты. Значит, все младшие медработники, что ли, пропали? Подождите, не сейчас. I had the strangest night last night. I was playing poker with two lobsters, a leg table, and a sack of flour. I didn't win a single hand. Talk about poker faces. Then again, maybe it's time I stopped drinking absinthe. Да, переломную меня просили поставить. Будет переломная еще. Правильно, шкафчик вот так он должен быть. Я здесь сюда цветы вообще не поставил. Так вот. И ну все, наверное, прикроватный столик. Что-то престижность кабинета. Рентгеновские снимки. Вау. Круто выглядит.
слушайте, я куплю это. Я хочу, потому что... Смотрите, вот так повесим. It's amazing просто. Серебристые скамейки. Но здесь они вряд ли будут ждать вообще чего-либо. Здесь еще один кабинет, кстати, можно построить. Какой-нибудь. Здесь можно с этой стороны построить еще какой-нибудь кабинет. Знаменитость ходит как... Поп-звезда ходит как это. Как... Который ходит в психиатрию. Норм. Блин, здесь еще участок за... Господи. Почему я его не заметил? Я знаю, туда что впихну. Так, давайте, короче... Да, переместим. Раз. Вот это переместим. Два. Вообще жесть, как круто. Здесь жарковато слегка в середине. Я это потом поправлю. Я не думаю, что они сейчас будут тут печься от этого. Вот это перенести сюда, пока это можно сделать. Сюда скопировать вот этот кабинетик. На обстановке больницы. На прошедший вечер церемонии вручения музыкальных наград известная певица Джазмин Одисси пришла в костюме больницы. Она безумолку рассказывала о нас и о сумме, которую хочет нам пожертвовать. Должно быть, ей здесь очень понравилось. Безупречная работа, все потрудились на славу. 20 тысяч. Фотография Джазмин Одисси, предмет разблокирован. Вручение сотрудников, окей. Дурную модернизацию. Допустим, проект. Еще можно, знаете что? В принципе, сюда же можно и всякие эти переместить. Процедурки. Не процедурки, а диагностику. Это было бы прикольно, я думаю. Здесь только врачей оставить. Серьезно. Здесь, кстати говоря, можно еще так же сделать, как здесь. По крайней мере, туалета два посередине. Earlier today, Jasmine Odyssey was mobbed on the street by fans, but managed to lose them by hiding in a nearby hospital. The press release is calling it a charitable visit. Gotta love those PR people.
Вот это еще быстрее. Что-то даже интересно. Это анализ жидкости же, да? Да, анализ жидкости. Она так хорошо здесь смотрится, эта штука. Блин, деконструктивизм опять. Подождите. Скрещенные кости, болезнь, пробирающая до костей, распространенная среди пиратов. Для лечения нужна переломная. Мне нужны младшие медработники, иначе это просто пипец. Операционные. Куда мне пихнуть операционные? Давайте сюда. У меня нету ни одной лаборатории деконструктивизма. А кабинеты можно? Господи Иисусе. Ну, попробуем. В смысле, нет свободных администраторов. Вот, кто это по-вашему? Здесь про растения совсем забыл. Знаете, что еще сюда надо? Вот это вот. По крайней мере, вот так это сделать. Здесь как раз два кабинета 3x3 поместится. Отлично вообще.
Ну и иди в пень. И конструктивизма. Сюда ее поставим. Кабинеты поменьше будут напротив. Или вот даже вот так давайте. И Козвикен, да? Козвикен. Я огнетушители забываю ставить, просто вообще катастрофа. Вот плохо, что в этом режиме не показывают, насколько тепло в этом, в кабинете. Чего? Это же большая батарея, алло. Ладно. Дороги не мерзли. Блин, у меня что, психиатров, что ли, ни одного? Это хороший. Давайте наймем. Вот этого, да? Не надо скук на окружающих. The desperate solution. Вот, 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 вот. More often. Сюда. This is Two Point Radio. Nurse required in fracture ward. Блин, там пациент был. Ладно. Блин, а вот это на самом деле фигово. Что, а почему вы... И нет, только вот это вот надо изменить. Сейчас изменю. Как-нибудь вот так вот. А. Не, здесь вот так, короче, сделаем. Вот, а здесь надо будет сделать, знаете, как вот так. И здесь я использую скамейки. Такие. Так, в той стороне все есть. Зеленые скамейки. Да.
мне вот эту сторону. Ага, все, отлично. Здесь еще в серединку бы что-нибудь уместил, либо. Без работы жалуются, что без работы. Вот пусть получает работу. Блин, а это что, шприц? Блин, я процедурку сюда перенес неправильно. Ну, откуда-то сюда. Ну, кстати, вот это пока не поздно. Надо вот сюда перенести куда-нибудь. У меня там дохнут люди. 4%. Сейчас помрешь, иди к терапевту. На очереди, кстати, к ним очень маленькая. Нужно больше врачей. Еще психиатр может работать. Ну, добавим так. Животного магнетизма, да. Серебристые скамейки, конечно же. Автоматы. Куда поставить автомат? Вот сюда поставить автомат. Оп, с энергетиками. Ух, с закусками. Ух, большой бак. Уф, большая батарея. Уф, питьевой фонтанчик. В журнальное, хотя не, их напротив там полно. Розовый кустик, еще один розовый кустик сюда. Розовый кустик. Розовый кустик сюда. Сюда. Да еще кабинет какой-нибудь можно будет воткнуть, так что. Сюда можно будет воткнуть еще кабинет, так что розовый кустик, ты у нас пойдешь куда-нибудь, не знаю, сюда, вот сюда, вот сюда надо поставить еще один. Блин, что-то как-то неожиданно. Уже лучше, так. Вот они идут все. Кардиологии очень много. Qualified janitor to combat ghost, please.
I'm still looking for that perfect hobby. This time I tried learning magic tricks. I felt I was being dishonest to myself, so I stopped. If anyone has a good home for 24 white rabbits, give me a call. Ну, собственно, движение ленты. В принципе, пистолет 2. Мегасканер. Это видите, да, поскольку там? Вот поэтому я оттуда все убираю. Извините, я выбью из-под вас скамеечку. Здесь сделаю большой кабинет психиатрии. Хотя психиатров не так много требуется. Хорошая миссия, она вот это делает. Так, у нас уже много денег. Надо вернуть займ. Осталось всего. Визит кинозвезды. Кинозвезда и владелец дирижабля Родерик Кушен хочет выставить себя в лучшем свете после недавнего скандала. Его агент интересуется, может ли актер приехать, чтобы мило пообщаться с нашим пациентом. Если актеру у нас понравится, репутация больницы улучшится. Кроме того, он может сделать пожертвование на наши нужды. Что скажете? Да. Вот этих не было. Они, видимо, добавили, может быть. Последний патч. Мать привидений за 180 дней? Нет. У нас не должно быть привидений. Четыре на три комната должна быть. Так, я слышал очень много плохих звуков. Конторка маркетолога. Нифига себе. Это что она так разворачивается классно? Доска, престижный флипчарт, престижность, кабинет, диван, комфорт, кресло, лавовая лампа. Да, так. Кресло-мешок, хочу тоже. Эти крутосов. Вагон и маленькая тележка. Пока хочу, трачу. Там их не окажется. О-хо-хо-хо. Что-то у меня неправильно получается немного. Знаете почему? Потому что вот это тогда должно быть вот так. Игра. Нет. Она не отвечает. Что? Я надеюсь, у нее делаются автосейвы. Она вылетела, люди. Личный стрим пустой, да? Дайте угадаю. Я вот прям чувствую, что там не автосохранялось ничего. Я это чувствую всем сердцем и душой.
Нет, вроде 2 миллиона прибавилось, значит что-то сохранялось. Блин. Господи, нет. Ну не так все плохо на самом деле. Но надо уйти на перерыв, чтобы погулять с собакой один фиг. Вот это, конечно, просто подстава. Так, ладно, все, я ушел. Thank you.
Так, давайте продолжим. Вот это я буду сейчас попить. Оп, оп. Скетчбук, если переключусь, то попозже. Что-то у меня, потому что вообще больничка тут... Это... Идет пока туго. А я сюда дезинсекцию пихал? Да, дезинсекцию вроде. Побегала с Фалкором новым, и он вроде как даже сильный, на сорте себя нормально показал. Блин, мне лень фар... это, мне сейчас лень те штуки делать. На самом деле надо бы их сделать, а то... Блин, опять. Фу, представляешь, у меня вылетела игра. А просто взяла, зависла и вылетела. Я из-за этого пошел погулять с собакой. Если бы не вылетел, то собаке пришлось... Еще чуть-чуть. Пришлось бы терпеть. Но чуть-чуть. А, так. Просто, блин. Я тут уже так хорошо организовал все. Ну, в принципе, вот здесь я организовал. И здесь вот еще что-то сделал. А еще... Да, ну деконструктивизм, вон он. Окей. Вроде бы все. Давайте вот сохранимся. У меня такое ощущение, что это из-за кабинета маркетолога. У меня что-то сглючило. Маркетинг. Извиняюсь. Кстати, от величины кабинета, я смотрю, очень сильно влияет это. Престижность кабинета. Ой, да в пене эти. Большой кабинет маркетолога. Интересно. А значит, это у меня сохранилось. ВТФ, то, что я покупал. Смотрите, лавовая лампа. Все это сохранилось. Самое важное изобретение человечества — дверь. Thank you.
Вот так, наверное. Флипчарт. Вот как-то что-то вот этот развернул, поставил, и игра сдохла. Ну что так тяжело переворачивается, ну? Огнетушитель на всякий пожарный. Вау, вот. Идеально. Титы, всякие телефоны, может быть, там. Не знаю, это же все-таки маркетинг. Чтобы запустить рекламную кампанию, щелкните по столу маркетолога или разместите в кабинете администратора с квалификацией маркетинг. Рекламная кампания общего плана улучшает репутацию больницы в целом. Кампании по привлечению кадров служат для привлечения соискателей на разные должности. Кампании, посвященные отдельным заболеваниям, привлекают пациентов с определенными симптомами, повышают репутацию больницы как центр лечения именно этих недугов. Но в рекламной кампании такого типа становится доступно по мере того, как вы открываете новое заболевание в каждой группе. Конечно, тяжко. Assistant to marketing. Пускай идет пока время. Скопировать. Ну такое себе, нет. О, вот это мне нравится. Сейчас не скажу почему. Точнее, скажу почему. Может, сюда я еще поставлю туалеты. Кстати, забыл там настроить в тех туалетах гендерное разделение. Антисептик. Здесь прям впритык, здесь тоже впритык. Отлично вообще. Сотрудники. И здесь только сотрудники. Я пусть бегаю здесь. И... еще вот здесь должно быть здесь. Да. Все, отлично. Я еще сюда потом что-нибудь поставлю. Работники. Блин, ему фигово.
Блин, туалет на что-то влияет? Да нет! Просто я так делаю. В принципе, здесь туалетов хватает и одного общего большого просто. Визит мэра. Мэр Табита Флюге проводит серию встреч с гражданами в рамках программы «Сделаем все лучше». Помощники мэра спрашивают, не хотим ли мы провести одну из этих встреч у себя. Если ей понравится, репутация больницы улучшится. Что скажете? Нужен 8 репутаций, 10к всего. Ну, пусть. Так, здесь мне нужны администраторы. Вот крутой маркетолог. Боится морских котиков. Ну-ка, поднимите репутацию по рекламному объявлению в рубрике знакомства местного журнала «Задира». Репутация, заказавшая нам плакат в вашей больнице, который будет развешен по всему округу. Поднимите репутацию на невиданную высоту, наняв знаменитого актера Родерика Кушена для рекламной компании на телевидении. Хиат препарат, мура уколом, да, животным магнетизмом бой. 6 месяцев. Для набора персонала? Интересно. Кому-нибудь добавок... Они, в принципе, дешевые администраторы, так что их можно нанимать вообще скопом. А, они не маркетологи же, тихо. Сильвия Пустозвон, Джорджия Майонез, Пустозвон и Майонез. Маркетологи. Майонез и Пустозвон. Между прочим, нам нужен еще один сюда. Стюрн кабинета туалета до 4-го. Ну, нет, извините. Нет. Что-то мне Да мне все медбратья закончились, алло. Что здесь делаешь? Тебе к врачу надо. Это тоже офигеть какой кардиологи первой очереди. Куда мне все младшими? Они что, все отдыхают, что ли, там? Где вы? Врачи вроде и администратор. Странно как-то, ладно. Просто из-за сексисты делают женщин, для женщин плохие туалеты. Нет, совершенно одинаковые. Для туалета всего надо пол не по-европейски. Но если в моей больнице начнут появляться люди с гендером типа вертолет, то вот им вот эти кабинеты. Извините. Врачи открыли новое заболевание переломота. Среди симптомов общая усталость, боль, иногда всепоглощающая агония. Причина болезни неизвестна, однако в 99% описанных случаев она возникала сразу после падения со скалы. Мы направим пациента на лечение в кабинет переломное. Вылечили 4 из 7. Отлично. Что, кстати... А, я что-то забыл про это совершенно.
Ну ладно. Маркетинг. Теперь они могут пойти помогать маркетингу. Может быть, они и выглядят совершенно одинаково внешне, атмосфера. Атмосфера-то совсем другая. Да, это, знаешь, фу, это как картинки, там, мол, женщина попала в... Точнее, мужчина попал в женскую раздевалку, и женщина попала в мужскую раздевалку. Сейчас скажешь. Не, именно атмосфера. Мне надо психиатров, по-моему, работать с пациентами. Научить. Они просто стоят на улице и жалуются, что им холодно. Они гениальны. 0% здоровья. От 20 до 99. Его не вылечили. То есть цены мы повысим репутацию. Да у меня уже бабло течет рекой. Тихо, так. Кабинеты. Пардон. 6 человек, 5. 4, 5, 4, 5. Обалдеть. Ну, здесь двух психиатров еще можно добавить, если что. Рекламная кампания по животному магнетизму, да? Это не с кабинета. Причем такая маленькая. Комфортно. Против жидкости горит. В смысле? Нам нужен срочно санитар и огнетушитель. У нас же был огнетушитель. Где санитар? Санитар прибежал и тупит. Вторая санитар пошла тушить. Жух. Надо, кстати, рентген-аппараты. Я даже знаю, куда их поставить. Терапия, анализ жидкостей. После официального визита мэра Табиты Флюгер из администрации пришло следующее письмо. Поздравляем, ваш великолепный госпиталь, блестящий пример прогресса, который олицетворяет мэр Табита Флюгер на предстоящих выборах. Мы обязательно уделим вашей больнице внимание, которого она заслуживает. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по сотрудникам, как у них с настроением. В основном голодна, хочет туалет, хочет туалет. Туалетов у нас полно, хочет туалет, хочет туалет. Паники. Странно, ладно. Съед бодростью, мерз. Короче, там мне надо обучать персонал всяким штучкам. Например, общие штучки есть такие вот интересные. Допустим, эмоциональный интеллект, настроение сотрудников. Вот курс выносливости, кстати, хорошая штука. 30, 180. Да, пусть медсестра проведет. 180.
пока там улучшается все. Шесть, семь. Что жесть какая-то, они все к врачу. Конечно, то, что здесь не купил участок, это просто десятка. Будь ускоритель санитаров с модернизировать аппараты, вот. Санитаров совсем нет, как будто. Звездочка. Сблокир, смог ли ядерный яр и кафетерий, как я и говорил, проспойлерили все-таки там штуку. Дорогой заведующий, поздравляем, филиал Министерства здравоохранения в округе Тупойн прислал вам одну золотую звезды. Золотую, наверное. Хорошему городу хорошая клиника, верно? Именно такую клинику вы и построили. Высший класс. Ваши свершения на рекламной ниве не остались незамеченными. Пусть чарующие пение сирен скорой помощи приведет к вам побольше недужных толстосумов. Если вам тест сделал для нас деньги, можете попробовать себя в восточной части округа. Та еще дыра. С наиглючными пожеланиями, Тарквини Фоксбридж, министр здравоохранения. Продолжите. Лечить не менее 20% в кабинете переломное. Запустить не менее двух рекламных кампаний. Отменим нам кампанию. Масштабную кампанию. Нет, не надо масштабную кампанию. А надо палатам. Переломом бой. Вот. Отлично. Посмотрим, как мы справимся. На 3 месяца, по крайней мере. Администраторов нет совсем. Чугуна. А у меня всего одна процедурная. Справится? Не знаю. Попробуем. Хотя бы не менее 90, не убив ни одного пациента. Но обычно это провал ничего не делает, так что все норм. Давайте быстрее принимайте, потому что... повышение сотру, повысить. Так, можно, кстати говоря, сделать уже, смотрите, 500 тысяч уже почти. Цены, отношение к ценам 2%. Давайте вот так вот, сделаем дешевые цены. Посмотрим, как мы справимся с наплывом людей. Мне бы еще санитаров, которые убирают туалеты. Санитары. Два дорогих санитара купил. Чё-то все не полито. Туалеты засраны. Где санитары? Алло. Ну реально, вы посмотрите на это. Так. Я ждал этого момента. Жалко, нельзя комнату растянуть. Просто вот чтобы вот так сделать.
Пособие по терапии, эффективности лечения. Ахаха. Так. Делаем. Чуть персонал обучим. Репутацию больницы. Да она так уже прекрасная. У них здесь экономика не хардкорная. Пока что. Санитары. Я бы это скопировал. Наверное, вот так бы сделал. Извини. Здесь еще, вот здесь можно поставить психиатры и общую практику. Обалдеть. А чё так прекрасно большая очередь? Мегапсихиатр давайте возьмем. У нас, конечно, есть. Здесь на самом деле ускоритель жидкости просто ускоряет. Я надеюсь, что сейчас как бы начнет расползаться. Кто-то помер. Надо быстрее, так что лучший медработник требуется. Быстро устает, и навык там на то, чтобы он уставал меньше. Нет, есть идея, что вот сюда сделать сейчас. Я даже сейчас это начну делать. Астрогеновские аппараты, вот. Тикс, здесь у нас быстро вообще сделан, даже с пониженными ценами. Где у меня дохнут все? Так, 6, 6, 4, 4, 4, 5, 5.
Матерь-то Божья. Матерь Божья. Давайте два последних кабинета вот так сделаем. Потому что, ну реально, это уже жопа. Окей. Была ошибка. Ох, это развертывание батарей. Извините, что? От камина идет свет, и я тут делал жарищу. Тепло от каминов. Думал, они там вообще как бы, ну, электрические. Блин, они реально, они реально такие, господи. Джиллин, про шляпки. Про шляпка. А, погодите. Геройсон. Винзор. Да... Общей практики их научить надо. 110, 110, 110, 120, 130. Доктора наймем. Винзор, про шляпка, Геройсон. У вас же есть ячейки. Винзор, Геройсон, про шляпку. Общие практики. А чё? Ух уж эти баги. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, почти всё. Нужен диагноз. Психиатрию перенаправили. Ну, сперва я умираю, поэтому я пойду в туалет. Мне надо компанию на переломную. У меня, по-моему, справилась тогда. Транжирение. Бактериальная инфекция, заставляющая больного хаотически выбрасывать вещи. А, переломом бой. Давайте 6 месяцев. Пустить компанию. Shout out to all the hospital patients across Two Point County. I know it's scary in those places, getting poked at by doctors. Все-таки, куда я такую огромную эту поставил, я не знаю. So this song is for all of you. Зиткины звезды, но это я читал до того, как меня выбросило чертям. Мне не нравится вот это.
Чего они там дохнут-то просто подряд? Они что, здесь зависают, что ли, где-то? Тех же... А, блин, они не смогут. А нет, вот два есть врача. Да и вот этого бы я отправил. Мне нужны врачи, которые быстрее работают и диагностируют, потому что это жесть на самом-то деле. Сейчас расходы большие. Да где у меня мрут-то, ну? Что-то я неправильно посчитал, видимо. Ну ладно. Тепло везде вроде как. Газетный киоск. Да иди. Санитары. Мне еще санитаров, что ли? Эти корнишоны и воробья еще возьмем. Если они не... Пицца. Блин, мусор... Тут на свинячил здесь, я смотрю, вообще жесть, вы посмотрите. Магнетизма. Визитная дезинсекция. Да здесь все могут пусть. Санитары вообще нифига не работают. Ну ладно, хоть вот это, кстати говоря, лучше вылечить 20 пациентов переломной с маркетинговой комнаты, а то прошлая больничка вылечится 200 пациентов. Ну офигеть, ты просто ставишь вот высокую скорость и ждешь. Офигительная цель геймплея. Да где они умудряются? Они что там, в туалете? Почему они дохнут в коридорах этого здания? Рентгеновский аппарат, мало. Практики, рентгеновский аппарат. Бегите, рентгеновский аппарат. Бегите, глупцы. Не добежала. Я не знаю, не приходит что ли здесь с таким маленьким процентом хп. Просто не понимаю, что с ними делать. Журнал. Видео ставит диагноз кит, клиник, врач. Ну только одну процедуру, ну процедуру, рентгеновский аппарат успел пройти, все.
Извиняюсь. Какой мне сейчас привлекательность в больнице? 52? Ладно, делаем привлекательность в больнице. Нормально, вот здесь все плохо. Санитары! Алло, где вы? Мне что ли обучение вам послать на быстрее ходить? Вообще ничего не полито, ничего не починено. Вообще, в этой игре санитары это худшее вообще. Давайте еще немножечко их наймем. Ну, две штуки, все, это последнее мое. Цены, кстати говоря, я верну. Нефиг тут платить. Я что-то сюда другое хотел. Где очередь? Конечно, хреново, очень хреново. Куда еще диагностику? Самая приятная обстановка, ура! Наша больница произвела от народа рикушен огромное впечатление. Он даже решил снять фильм о своем визите. Его агент хотят купить у нас право на съемки и все такое. Мы получим отличную рекламу, судя по всему, увидим увлекательнейшее кино. Вы посмотрите на этот пипец. 10. Как мухи. This is Ricky Hawthorn on 2 Point Radio. You're tuned in to 2 Point Radio, and I'm your host Ricky Hawthorn. Не, здесь все-таки, знаете, я поставлю just a little bit of chatter. Еще одну переломную, потому что это жесть. Так, наверное. А растение, ну, так. И как-нибудь, я не знаю, у окна. Что-то они долго там исследуют. 5000 всего. А все в очереди дохнут. А.
еще одну рентгенную сюда надо. Один рентген. Да пускай будет так. Вообще надо вот это здание на нужды... Игровые автоматы рядом с рентгеном, конечно. Вы думали, я шучу? Нет, я не шучу. Я, похоже, вот это не сделаю. Не, знаете, вот что фигово в этой больничке? То, что... Вот здесь нет. Вот они все отсюда приходят, и... Вот здесь вот приходится им очень долго обходить. Вот это надо было вообще далеко убрать. Потому что... Более чем администраторам пофигу, они не дохнут, как мухи. Чё, ещё что ли врачи нужны? У меня же места нету уже. Офигеть. Что мне реально не хватает кабинетов врачей. Yesterday was the 25th anniversary of my time here on Two Point Radio. Back then, we didn't have all these technological gizmos, you know. We had to wind up the records manually and shout really loudly. Oh, how times have changed. Маркетинг на переломную закончился. Надеюсь, они уже там... Да вылечится наконец-то. Врачи какие-то невнятные немного. Ура! И ничего не разблокировано! Здравия, филиал Министерства здравоохранения в округе Two Point присылал вам две золотые звезды. Под Флегминтоном находится фамильный особняк Фоксбриджи. Здесь же расселилось все большое семейство. Все они говорят о вашем заведении только хорошее. Сделать человека здоровым, как лошадь, уже хорошо. Но сделать таким заводчика лошадей – настоящее достижение. Вы можете продолжать развивать больницу, которую достоин Флегминтон, либо расширить организацию, открыть клинику в другом регионе. С наиключенными пожеланиями. Тарквини Фоксбридж. Видимо, то, что они хотели мне открыть, я уже либо изучил, либо купил предметный. Стоимость больницы 5 лямов. Вылечить не менее 30 пациентов в кабинете процедурная. Процедурная. Раз процедурная, два процедурная. Трех рекламных кампаний. Давайте аккуратно приведем. Процедурную.
Смотрите на это. Поглощ... Я не знаю, я реально не знаю, что с этим сделать. То есть я поставлю еще сюда парочку вот таких, наверное, кабинетов. Ну это просто реально, чтобы разгрузить. Ну это реально пипец. Вряд ли, конечно, но попробуем. Еще практика. Понимаете, даже это не спасает от больших очередей. Вообще не буду что-либо делать здесь, ну будем мешать врачам. Да, вот эти туалеты придется для пациентов тоже открыть. Просто вышел, ему надо было в процедурную, но он... Что у меня... Я не знаю, что с этим делать. Вы посмотрите, сколько пациентов, которые... Денег у меня до задницы. Это давайте вложим. Тя. Вообще, если честно, здесь есть что-нибудь типа... Пациент, настроение сотрудников, бодрость сотрудников, голод... Жажда, температура. Надо поставить. Чистота. Зов природы. Кука. Починка. Санитары, работайте. The healthcare branch of the Orb Foundation has launched a new campaign called Real Doctors. Who needs them? Well, according to this lovely pamphlet, not me. The healing power of the orb should do just fine. Это вообще пипец какой-то уже.
Прям репутация 90, текущий уровень репутации 99. Хоть все и мрут, как мухи. Министр здравоохранения Тарквини Фокс уже собирался нанести визит в вашу больницу, потому что не любит, когда больница тратит прибыль на удобство и благо для пациентов. Если ему понравится наша больница, возможно, он выделит нам часть нового бюджета в качестве поощрения. Приятная обстановка в больнице. Требуются палаты. На больнице. Но у меня на 8 человек одна. Так что... Ай. Ну, пофигу. Здесь что-то вообще... Ну посмотрите на этот писец. Просто реально, вы посмотрите, что это за писец. Навыки сотрудников. Модернизация. Давайте вот просто посмотрим. От чего? Модернизация. То есть у меня слабые кабинеты. Для тех, кто хотел вылечиться. Просто посмотрите, это же реально пиздец. Вот он, Тарквини Фокс, блин. Конечно, все понимаю, но... Просто иди на перерыв, а, ради бога. Ну посмотрите, это пипец, ну реально. Сколько уже? 7? 8, 9? 13 кабинетов. Чет кабинет. Матерь Божья.
Что-то я очень, видимо, рекламной кампанией напугал товарищей, пациентов, посетителей. Что-то это пипец какой-то. Со скуки. Вообще практики больше научить. Сто тридцать, сто десять. Приглашенную. Они по 150, 160. Если будут высокопрофессиональные врачи-диагносты, в принципе. Умирать будут меньше. Что если с искателей каких-то выберу? Да, генетики, да, рентген, да. Поиски рентгенологов. Тем хирургам, психиатрам, исследованиям, ведением, механикам. Генетика, специалист по генетике. Ведь не сильно отличается от растений, да, да. Давайте сделаем рекламную кампанию. Это не ты был. Достаточно пациент. Это я. Что-то недопонимаю в игре. Ладно. Там есть больница. У меня безупречная репутация, могу вот хоть так сделать. В это здание совершенно забыл про мусорные ведра. Well, obviously that was not the tune I meant to play, but it seems we have one of those pesky viruses in the system. Wait. No, my producer's telling me we've been hacked. It's just one of those days. I have no idea what song will play next, but I hope it's a good one.
заработали, отлично, повысить, повысить. Обученные, обучаемые. Особенности обслуживания палат. Мне палатовиков как-то мало. Здесь что организовывать-то вообще, я не знаю. Что тебе не нравится? Пройдет в плохом настроении. А что тебе, низкий уровень чистоты? Тупит носом, в плохом настроении, низкий уровень здоровья. Перед тобой, пардон, пипец, сколько развлечений, и ты не... Высокие цены. Мифы прислал нас написано. К сожалению, нужно признать, что свои профессиональные обязанности выполняете весьма неплохо. Как профессионал, надеюсь, что вы и дальше продолжите совершенство, постепенно достигая новых высот во всем. Однако лично я бы предпочел, чтобы вы с этих высот рухнули и развлекли окружающих. Проще говоря, скучновато у вас как-то. Знаю, знаете, вот что мне хочется сделать уже? Заболевание. Больше всего у меня... Йенса... Скрещенные кости и перелом мота летальных исходов. Что у меня в этих мрут как мухи в Значит, надо. Я понял, как здесь надо работать. Не имеет. Обучение общей практики. Ладно, он имеет. Отлично вообще. Вот так вот. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. А вот это еще. Одного врача не хватает для кабинета.
Так, не, подождите. Это что за пипец вообще? Процедурная... И она ли жидкости ставил? Процедурная... Процедурная процедура... Процедурная можно туда поставить, нет? Скопировать... Оп. 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 Алло, санитары! Что за пипец? Где санитар опять? Они все устали, да. Не, реально сейчас буду... Ну вы смотрите, оно просто летает и срёт. The tireless politician was making sure they're conforming with all the proper regulations. Они ничего не чинят. Они сидят и прохлаждаются. I can say thank you for taking such good care of us, Mr. Foxbridge. Fire test. There's really a fire. That's the test. Они уже... Что за посетители отвратительные уже успели срать? Парзиция. Кожные высыпания, появляющиеся на нервной почве из-за форсированных решений. Процедурную. Обучить персонал. Нет, обучить не менее 3 сотрудников. Я сейчас буду очень хорошо обучать всех. Сплин в психиатрии. Да, требуйте обучения. Обучить персонал. Мне нужно очень много младших работников. Ну-ка. Так, не сюда тебе я посадил. Сюда надо. Теперь вот сюда. Надеюсь, ты за привидением. Нет, он не за привидением. Ты за привидением. Ты тоже не за привидением. Ты на вообще направление, да. Ты клиент вообще. А, куда поп... Пропали все врачи, пардон.
работать. Ну это пипец просто. Куда у меня все оделись сотрудники-врачи? У меня вопрос такой. Я помню, куда они делись, на самом-то деле. Будь это очень плохо. Ноль с двоечкой. Минус до 20-го. Мне нужно больше обучающих кабинетов. Еще психиатров выучу некоторых на тоже этого тоже думаю. Двадцать. Они бы здесь хотя бы сортировали. Рекламную кампанию надо по врачам, наверное. Даже не так, медсестрам, медбратьям. Игра подфризивает. Чё этот кабинет вообще как будто закрыт. Эти вроде начали справляться. Гады засранцы. Проходимцы. Павшие с плена пациенты. Вылечены 6, лечение, по-моему, 0. Одного еще. Терапия. Обучаемая. Диагностики эти. Диагносты. Знаете, притом еще наверняка диагностируют в этом хорошо. Доктор Логан Болей. Врач, медбратья. Сюда. Нет.
вообще не, давайте обслуживание тоже надо. Палат. О, 180, вот круто. Часть 7 пациентов излечили. Ну все, только трехзвездочное осталось. Мне надо по-другому сделать сейчас. Мне надо распределить, чтобы в палатах могли работать только те, кто может обслуживать палаты. То есть вот эти товарищи уходят нафиг. Уходит. Остается. Уходит. И переломную также надо. Мне надо учить, где работать. Обычные шприцы-пистолеты. Знаете, мне это вообще не нравится. Игра подфризивает просто вообще жесть. Я хотел обучить... Мотивация. Это пусть научит мотивация. Санитар. Главный санитар пусть. Старший санитар. Пускай они все бегают быстрее. Блин, я случайно продал цветок. Не понимаю, почему здесь никто не работает? Нет, вроде работает. Так, я на этот раз что-нибудь поменьше. Модернизация вот этих аппаратов, например. Угу. Шино. Видимо, я еще обучаю этих. Сотрудников, и у них тоже растет как бы... Чем я купил это здание? Мне хватает, в принципе, пока. Ты что-то психанул? Я забыл про вот эту вот часть. Вообще, мне кажется, мне надо менять свое отношение к...
Диагностика 4, пардон. Он тупица? Что, извините меня? Я не понимаю, но... Ну-ка, диспетчер, задачу. Может, у него ЦП что-то жрет? Слушайте, игра вообще адово жрет СП. Что-то. Быстрое сохранение. Давай теперь зайду. Ой, судя по всему, я до рисования сегодня не доберусь. Извиняюсь. Ну, я закончу шестую больничку, в принципе, и это очень хорошо. Вообще, мне как-то получается буквально на один стрим по больничке. То есть, ну, плюс-минус там одна-две звезды. Если не будет... Не будут адовые условия потом для одной больницы, то все-таки вот эту же больницу я на прошлом стриме начинал еще. Хотя тут было-то вообще всего ничего на начало этого стрима. Но было. Мне кажется, потом будут такие больнички, что на три звезды их проходить будет, ну, очень долго. There is really very little reason to visit Two Point County's desert region, and even less reason to set foot upon its treacherous little town. I speak, of course, of Smogley, where popular pastimes include vigorous coughing and waiting in line for surgery. Well, I suppose everyone has to live somewhere. I'm not one for conspiracy theories, but you ever wondered why the meltdown is in the state it's in? Abandoned buildings, mutated wildlife, eerie reports. You ask me, it's something to do with all the experiments going on in those secret government facilities. То есть это получается седьмая, восьмая. Будет потом еще промышленная девятая. Будет еще три. В горячей зоне нам придется кондиционеры ставить и звезды 17, у Дрэгона 15. Он что, пятую больничку на прошлом стриме закончил? Нифига себе. До скольки сидел-то тут? Просто, ну, круто, у меня больше. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот случайно нажать... Вот если случайно нажать, начать сначала... Там, надеюсь, спросит, что вы действительно хотите это сделать. По поводу стримов рисования, я, в принципе, сегодня уже успел смотреть несколько вещей. Thank you.
Я, кстати, забыл, что здесь нужно большую батарею поставить. И здесь, что ли, желательно, потому что очень холодно получается. Повысим репутацию больниц. В смысле? Я же их понижал. Так, как будем повышать стоимость больницы? Призрачно поймать привидение минус 100. Окей. Повышает что? Это престижность кабинета. Телефоны надо бы, кстати, повесить хотя бы так вот. У меня только одна лаборатория деконструктивизма. Это что это? Это так угадал, что ли, сейчас? С телефонами? Научное исследование. Try Moose Juice. The healthiest drink on the market. Wow! Only the finest organic mousses make it into our juices. Moose juice. More often. This is 2 Point Radio. Старший медбрат 130. Так что не надо. Высокую скорость. Сейчас погодите. Низкая запрос, не хочет туалет. Ну, сходит в туалет. С этим могу поделать. Что еще тут сюда-то можно? Мониторы исследователя. Только так и могу помочь. Сотрудник Джорджа Майонез. Я помню ее. Джорджа Майонез. Как все будет. Настроение. Иди просто и отдохни. Что ты здесь стоишь? На зарплату повышу. Филиал Министерства здравоохранения в округе 2 Point присвоил вам третью золотую звезду.
Лигментонс очень требователен. Ваша организация действительно соответствует высочайшим стандартам и смогла удовлетворить потребности великосветского города. Будем надеяться, что не только мешает распространению бацилл, но и способствует распространению культур. Не бактериологически. С наилучшими пожеланиями, Тарквини Фоксбридж. Все, люди. Сотрудник хочет уволиться, не будет увольняться. Район больницы. Так, сразу нафиг идем отсюда. От греха подальше. То есть, смотрите, вот это начальная типа лока. Вот это вот вторая лока. Дальше идет третья лока. Вот, вот это. Потом, видимо, идет где-то там южная локация есть. Вот внизу, видимо. Да, вот видите. Там будет центр города в конце. То есть здесь, видимо, и последний вот здесь. Куда пойдем? Клиника со специализацией в хирургии. Заброшенная клиника рядом с электростанцией. Что-то мне вот это хочется, если честно. Посмотрим хотя бы, что нас здесь ждет. Больница в ядерном яре. Похоже, что на АЭС ядерного яра возникли технические неполадки. В своем пресс-релизе Bungle Technologies, владеющий этой АЭС, сообщил, что все в порядке и причин для паники нет. В тот же день она эвакуировала пациента в больнице рядом со станцией. В общем, какой-то эксперимент с треском провалился. Мэр города Табита Флюгер хочет передать его нам. Мы собрали разбросанные бумаги и узнали много нового. Быть может, мы сможем продолжить исследование. Похоже, начать предстоит с уборки. В окрестностях, по слухам, видели очень странных больных. Что ж, удачи. Минуть, наем санитар, кто будет их упражнять. Мне это не очень нравится, если честно. Больница второго уровня. Вылечить не менее 10% в кабинете ДНК лаборатории. Вылечить не менее 5% в кабинете шок-клиник. Модернизировать не менее 5 аппаратов. Купить не менее 1000 очков исследования. Ну, выглядит это интересно. Но думать я буду потом. Ладно, давайте я уж переключаться на рисовалку не буду. Сегодня, к сожалению, ну... Завтра или послезавтра ждите с рисовалкой, я так думаю. Вот. Ну и, собственно, наверное, все, что я могу еще сказать. Рисовалки, а пока видео смотрю, я более подробно расскажу на стриме, когда, ну, созрею. Что-то хотел в начале недели, не получается. Вчера очень плохо себя чувствовал, сегодня тоже на начало стрима плохо себя чувствовал, потом вроде стало получше, я серьезно сейчас. Сейчас я себя вообще нормально чувствую, но как бы время уже не для переключения, а бросать больничку на там одной или две звезде не хотелось. Ладно, спасибо, кто зашел. Всем спокойной ночи, всем пока.